Внимание! Данный материал не рекомендуется для зрителей с повышенной восприимчивостью. Ибо не имеем здесь постоянного города, но ищем будущего. Послание к евреям. Глава 13, стих 14. Провинция Хазянг, Вьетнам, 1969 год. События Омега. 15212 погибших. 2425 выведенных из строя транспортных средств. Он спустился к рисовым полям и начал молиться. А потом все начало подниматься вверх, вверх к небесам. Вьетнам, 1970 год. Я не тебя здесь ищу. Опорный пункт.
Вы сержант Хайнс, да? Джейкоб Палмер, Центральное разведывательное управление. Я тот, с кем вы говорили. Это сержант Карр из исследовательско-наблюдательной группы. Далеко же вы ушли от друзей, сержант Хайнс. Пока вы скитались, вас успели счесть дезертиром. Собирались отправить под трибунал. Вы все еще на задании, так? Вы должны убивать этих тварей. Уже слишком поздно. Бог реки сделал это 3 дня назад. Мы организуем людей, чтобы навести тут порядок. Вперед, уходим отсюда. Я должен вам кое-что показать. Слышали когда-нибудь об опорном пункте Куатро? За пределами Тайниня, на границе с Камбоджей. Мы создали базу Куатро, чтобы отслеживать бога реки. Вы знаете, кто он такой? Мне нужно, чтобы вы кое-что сделали для меня, Хайнс. Я дам вам информацию, а вы сделаете, что я прошу. Поняли? Итак, бог реки был обычным вьетнамским фермером. Мы содержим тех, кто выжил после его нападений в полевом госпитале. Среди них есть тот, с кем я хочу, чтобы вы встретились. Это парень по имени Бракен. Он единственный, кто выжил после атаки бога реки и все еще может говорить. Джейкоб Палмер? Да, майор Брикинсон. Вы с КСО сказали, что вы можете пролить для нас свет на происходящее. Наши задницы окопались в засаде, мы смирно ждали подкрепления. Но когда те солдаты явились, они были монстрами в человеческом обличье. Они не умирали, их невозможно было застрелить. Нам пришлось отступать к опорному пункту Тархил, но... Тархила уже не было. Просто, мать его, не было. Вот почему я тогда запросил удар с воздуха. Мы подожгли эти джунгли. Спалили там все к чертовой матери. И там мы увидели его. Не бежал. Не испытывал боли. Невидимый, пока его не достиг напалм. Это то, чего я никогда не смогу объяснить. Это какая-то бессмыслица. Слушайте, я здесь не для того, чтобы играть с вами в соедине точки. События в Тархил засекречены. В том подразделении служили парни, которым я верю, которых я знаю. Мы вместе кровь проливали. И они говорят, что никак не могут объяснить случившееся. Мои парни говорят, что видели дьявола. Дьявола. Да. И я хочу, чтобы ваши люди помогли убить дьявола. Думаю, ЦРУ пора начать объяснять, что тут нахрен творится. Иначе на вашей совести окажется мятеж. Запись, Бракен. Пожалуйста, назови свое имя. Бракен.
Капрал Ричард Бракен, сэр. Хорошо. Пожалуйста, перескажи события в опорном пункте Тархилл. Как ты получил эти ожоги? Что произошло? Тот день начался странно. Там что-то... Что-то было на берегу реки. Это обнаружили морские котики. Тут же поступила команда собрать информацию об этом. С нами отправили парней с камерами из ВВС. И тогда мы увидели это. Это было... Я не могу точно сказать, что это было. Капрал, что произошло на опорном пункте Тархилл? Везде была перестрелка. Нас хорошенько прижали. Наши парни были в полном дерьме. То есть нам крепко досталось. Тогда я увидел, как он смотрит прямо на меня. Бог реки. Он смотрел прямо на меня. Я никогда ничего подобного не чувствовал. Вот я в джунглях. Смотрю на эту штуку. А вот я уже в Южной Каролине, откуда мы должны были отправляться. Я не спал, это был не сон. Я хочу сказать, я действительно был в Америке. Что дальше? Самолеты. Они все были уничтожены. Нас атаковали. Там были русские самолеты, но не миги или что-то подобное. Они жгли все тем синим напалмом, как напалм на пропановом пламени. И все вокруг охватил огонь. Они сжигали нас. Солдаты горели. Как в аду. Это ведь было, да? Это случилось на авиабазе в Чарльстоне. И они все мертвы. Чарльстон в безопасности. Но это случилось. Случилось. Потому что тогда... Фредди и остальные, когда они вытащили меня из канавы, я все еще был в огне. Здесь? Да. Здесь. В джунглях. Я как будто снова вернулся сюда. Но уже в огне, как будто они вытащили меня из Южной Каролины во Вьетнам. Много моих друзей было там, на берегу реки. Бракен, надо уходить!
Давай! Он воскрешал мертвых, как призраков. Он делал их внутренности похожими на тараканьи. Они больше напоминали пауков или что-то похожее. Я спросил, видел ли кто еще их бога. Но никто не видел. Спасибо, сержант Бракен. Капрала Бракена переправят обратно в Штаты. Он пройдет по проекту МК-Ультра, его имя будет стерто из местных записей. Официально он будет числиться пропавшим без вести, как и остальные 318 американских солдат Стархилла. С этого момента считаем, что опорного пункта Тархилл никогда не было. Отдохните, мы выдвигаемся через несколько часов. Я больше не сплю. Все эти люди, они же умрут сегодня, вы это знаете, да? Не уверен, что вам есть дело до того, выживут они или умрут. Вам нет дела до того, выживете ли вы сами. Может, это так и работает. Кто вы? Чем вы становитесь? Детали ускользают от вас, не так ли? Я могу помочь. У меня бывают сны. Даже скорее видения. Они пытаются мне что-то сказать, но я не понимаю, что. Для меня это просто шум. Я говорил с солдатами из вашего прошлого подразделения. И многого о вас наслушался. Хайнсу не суждено умереть. Хайнса защищает рука Бога. Объекты оказывались на вашем пути, чтобы послужить вам щитом. Оказывались в нужное время.
чтобы защитить вас от смертельного куска шрапнели. Как будто сама жизнь знала, что вы окажетесь там. Вселенная хочет, чтобы вы жили. Спасает вас, как будто у нее на вас планы. А что до бога реки? Того человека, на которого вам внушили охотиться. Он ошибка. Просчет. Все просто и прозаично. Жизнь хочет, чтобы он исчез. Но что он такое? Обычный селянин. Не имеющий никакого отношения к Вьетконгу. У него была жена. Были дети. Горе довело его до того состояния, при котором ткани вокруг него начали рваться. Местные фермеры, которые знали его, начали звать его богом реки. Он бродил по Меконгу, оставляя после себя только разрушение. Я даже не думаю, что он понимает, что творит такие ужасы. Он пропускает реальность через поток своего подсознания. Меняет структуру тканей внутри мертвецов, прививая им видение своего ада. Однажды он набрел на военную базу, умоляя о помощи. Но к тому моменту его плоть полностью отслоилась. Невидимость. Телепатия. Делая его богом, ходящим по земле. Его разум освободил его. Отступаем! Мы утопим джунгли в огне. Сожжем все, пока пламя не сомкнется вокруг него, подсветив его так, чтобы мы его отследили. Мы найдем его. Это электромагнитная пушка. Она выпускает снаряды на 1/20 скорости света. А это... это настоящее сокровище. Эта малышка создает магнитосферу позитивной и негативной полярности. И все это создавалось, чтобы сохранить нашу реальность в целости, чтобы вы могли работать без перебоев. Вы будете защищены от пробоин во времени и пространстве. Мы называем это релятивистской капсулой. Она дополнит тот дар, который у вас уже есть. Надень на себя броню Бога, чтобы выстоять против всех схем дьявола. Озвучено студией Алексфильм. Перевод Наталья Московских. Текст читали Маргарита Корж, Владимир Курдов, Кирилл Патрино, Алексей Никитин и Михаил Суслов.